Поскольку осень не за горами, природа уже настраивается на похолодание. Самая высокая температура этого лета была отмечена 7 июля. Это 33 градуса. Такой жары больше не будет, говорят синоптики. Сегодня-завтра будет проходить холодный фронт, который принесет нам похолодание, осадки, усиление северо-западного ветра. В общем-то, мы уже будем ощущать веяние осени. По прогнозам, температура воздуха ночью понизится до 18 градусов. Днем также упадет до 22-24. А вот 3 сентября Севастополь настигнут ливни и грозы и затянутся на несколько дней. По Крыму осадки пройдут сегодня-завтра. В Севастополе мы не ожидаем существенных осадков. И значительные осадки, ливневые, с грозами, возможно, начнутся 3 числа вечером. Синоптики говорят, в сентябре жары уже не будет, но температура останется комфортной. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, а ночью до 12. Елена Корнухова, Виктор Кислицын, программа «Наше время».